сегодняшним вечером. Спасибо. Наверное, все альфии гении немножко. Гении в поэзии, в музыке, в исполнении песен. Одна из таких талантливых к нам тоже пришла поздравить Альфию Агееву. Это Альфия Нигматуллина. Она уже у нас была не раз. И... Турна. Добрый вечер всем. Альфия, я хочу поздравить вас с творческим вечером, пожелать вам успехов дальнейших, чтобы больше и больше исполнителей к вам обращалось, популярных, достойных, благодарных, чтобы у вас было больше благодарных зрителей и слушателей. Желаю, чтобы сегодняшний вечер такой теплый, дружеский, закончился, я на это надеюсь, Алаберса, еще больше, более дружественной обстановкой. И желаю, чтобы вот такие вечера происходили чаще, как можно чаще в вашей жизни. Спасибо. Спасибо большое. Сандрал Турна, песня наших предков, песня стихи Салавата Юлаева. Самурай, Yeah.
Все поняли это, но все это прочувствовали. Спасибо. 24. Ну, это прилично, уже прилично. Вот что искусство делает. Она такая же красивая, как красиво поет. Вот как органична природа. Никогда не обманешь природу. Будьте счастливы. Чтобы вам повезло, сейчас модно говорить, мой друг. Чтобы у вас с супругом повезло. А друзья это... Аминь. В вашем мире. Полистать альбом, вспомнить школьные годы. Альфия тоже как-то вспомнила свои школьные годы и написала песню «Одноклассницы». Музыка и слова Альфии Агеевой исполняют вами полюбившиеся уже.